и только 2% мы зависим от импорта. Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Тарасов, директор компании «Виктар». Мы производим для вас оборудование для пиления древесины, бумаги, картона, прочих материалов. Я хочу сказать, что мы работаем в обычном режиме, продолжаем производство. У нас достаточно большой задел запасных частей. 98% нашего производства – это российское производство. Локализовано оно в Ижевске, в Удмуртии большей частью. И только 2% мы зависим от импорта. Это шины и цепи. Что это означает? Это означает то, что мы сейчас работаем по ценам еще начала февраля. Мы держим их, не поднимаем. И лишь на шины и цепи возможны корректировки цен. Они связаны с долларом, поэтому нам приходится их пересматривать. Но могу успокоить, эта составляющая не так уж велика, поэтому общая цена сильно не изменится для вас. Для оперативной связи с вами, для решения быстрых вопросов, вы можете пользоваться нашим телеграм-каналом. У нас есть профессиональная группа ВКонтакте, есть канал на Яндекс.Дзен. Продолжает работать наш видеоканал в Ютубе, где вы можете увидеть ролики, сравнения и прочие полезные материалы. В телеграм-канале мы обсуждаем вопросы по обслуживанию, по ремонту, даем различные консультации по подбору техники, по выбору, отвечаем на различные вопросы, даем информацию по наличию, срокам изготовления и прочие интересующие вас вопросы. Пожалуйста, проявляйте активность. Мы вас ждем. Желаем вам успехов, процветания. С вами был Алексей Тарасов. Всего доброго.